Время работы на станции определяет учитель. Да, время работы для станции определяет учитель. Он сразу говорит, сколько будет времени, он ставит этот таймер. Опять-таки, это без стресса деятельность. И если вы понимаете, что ни одна станция не успевает, всегда можно спросить, сколько нужно еще времени, кому нужна помощь, и поставить дополнительное время. Это вы все договариваетесь со своими ребятами. Но задания, друзья, вот, над которыми они должны будут работать, старайтесь подавать так им, чтобы они с этим справились, чтобы инструкция была им понятна, чтобы они понимали, что нужно делать, не знаю, у кого спросить и так далее. Особенно, когда вот первые разы делаете.